В разгаре демонтажные работы. Здание детского сада на Можайском шоссе в Одинцово было построено в 80-м году. В 90-х оказалось в частной собственности. В конце прошлого года его выкупили, чтобы восстановить несправедливость. Через считанные месяцы оно снова наполнится детским смехом. Сегодня вместе с жителями убедились, что здесь уже находится порядка 20 рабочих, которые занимаются демонтажом внутри помещений, для того, чтобы уже в июне месяце приступить к отделке внутренней и в дальнейшем благоустройству территории. Новый детский сад рассчитан на 120 мест. В нем будут работать 5 групп для детей от 2 до 7 лет. Дошкольное учреждение откроет для них двери до конца года. В конце октября должны быть закончены работы. Строительный нам подрядчик передаст уже готовый объект, в который мы завезем мебель, необходимое оборудование и, конечно, игрушки. Кроме того, до 1 июля в Одинцовском округе откроются все палисадики. Это группы присмотра и ухода за малышами. 2 в Одинцово и Звенигороде уже работают. С помощью таких мини-садов планируют создать 615 мест. В этом году, буквально летом, начнем строительство детского сада в Гусарской Балладе на 400 мест и в Кубинке на 330 мест. Ну а в следующем году у нас в планах Немчиновка и Трехгорка. Всего же до 2024 года в дошкольных учреждениях Одинцовского округа появится дополнительно 1430 мест. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».